Привет, юные любители гламура и настойки боярышника! Снова в эфире говорящие меховые шары и самые горячие новости! В британском городе Дорчестер группа нетрезвых студентов попыталась ночью вынести из музея модель трехрогого динозавра и поставить ее где-нибудь на улице. Шутники сумели перенести 6-метровое чучело через металлические ворота, однако на полпути были остановлены полицейским и были вынуждены вернуть чучело на место. Вот это жгут черти! Наши люди! Ёда, представляешь, если б такое в России произошло? Только, например, вместо динозавра какие-нибудь отморозки, типа наших, попытались бы спиздить Ленина из мавзолея. А тут из-за ёлки Путин выходит и грозит им пальцем. Ну-ка несите назад, дедушку. Ты Ленина не трожь. Над ним вон в Питере нетрадиционно надругались. Тоже наши? Нет, говорят, какие-то другие пидорасы. Пуля, а чё там со спортом у нас? Французский вице-чемпион по прыжкам в шестом Ромен Мениль пробежался в голом виде по Парижу, абсолютно голый, с одним шестом в руках. Как заявил спортсмен, он надеялся привлечь своей персоне внимание спонсоров. Вот клоун, да я вот каждый день по улице голый бегаю, и чё-то до сих пор ни одного спонсора не видел. Йода, ты же волосатый, тебе штаны не нужны, к тому же у тебя шест всего 3 сантиметра. А помнишь, как наш хозяин голый на свое день рождения бегал? Ага, только тогда какие-то гомосеки не спонсоры набежали. Как говорится, если не имется пульнуть голышом, пиздуйте в Париж к мужчине шестом. А нам и здесь хорошо, спонсоров как грязи. Пускай давай рекламу, заработаем на корм немного. Вокруг кризис и полная безысходность. Ты скорбишь о потере работы в престижном банке? Знай, есть банк, где тебе будут рады всегда. Всероссийский банк спермы. Приходи к нам. Нам нужны твои крепкие руки. Всероссийский банк спермы. По капле мы строим будущее страны. Слушай, Йода, не знаешь, гей-парад-то будет в мае? Не знаю. Лужков еще не решил. А что не решил? Идти или не идти? Вот ты дебил!